С добрым утром, страна! С добрым утром, мои уважаемые зрители! Я продолжаю сидеть дома, и сегодня у меня горячие бутерброды. Я вас приглашаю приготовить вместе с вами. Для этого нам потребуется ржаной хлеб, сыр, колбаса и немножко зелени. Я разрезала ржаной хлеб на 6 кусочков и слегка размазала маслом, чтобы масло впиталось, ну совсем-совсем немножечко, чтобы они не были жирные. Разрезала сыр и колбасу. Сыр желательно твердых сортов. Колбаса может быть любая, полукопченая, ветчина, с индейки, вареная, но сыр желательно твердых сортов. Вот я сейчас покупаю в таких упаковочках, очень удобно, по 100 грамм, по 150 грамм. Разрезала вот на такие пластики и немножечко приготовила зелени. Вот у меня молодой чеснок. Можете добавить петрушку, укроп, что вам больше нравится. И все, готовим бутерброды. Перемещаем бутерброды вот так, намазанные маслом, на тарелочку. Затем колбасу, вот у меня чесночная, папа может, фирма. Так, и сверху слой сыра. Сыр должен быть только твердых сортов. На ваш вкус выбирайте, кому какой нравится. Но натуральный сыр, он плавится, дает аромат. Если это будет сыр маленьких в упаковочках, вот «Дружба», плавленый, это полуфабрикат, это жиросодержащий, это не сыр, и он сюда на бутерброды не подходит. Все, ставим в микроволновку. Так, на 1,5 минутки. Пока у нас бутерброды готовятся, можно подготовить зелень. Вот у меня зелень закончилась, я молодой чеснок порезала, видите, немножечко, и сверху сейчас на бутерброды этот чеснок раскидаю. Вроде бы мелко порезала. Если у вас есть какая-то другая зелень, можно другую зелень. Обычно я еще добавляю помидоры. Ну, помидоры у меня тоже закончились. И вот так на скорую руку. Очень быстро, очень легко и очень вкусно получится бутерброды. Если у вас есть помидоры, можете добавить еще помидоры. Обычно я добавляю помидоры. Но вот тоже у меня в холодильнике уже запасы заканчиваются. Я осенью готовлю и баклажаны, и помидоры. Все это в заморозку. Ну, уже весна, и у меня все позаканчивалось. Так, ну что, можно доставать бутербродики. Вот можно еще на 1/2 минутки. Пока сыр был горячий, я раскидала зелень. И вот такие появились у меня вкусненькие горячие бутерброды. Всем приятного аппетита, кто сейчас завтракает. Оставайтесь на канале, подписывайтесь. Давайте делиться рецептами, пока сидим на карантине. Всем, друзья, здоровья крепкого-прикрепкого. Все, пока!